Агрессия – это поведение, направленное на нанесение физического или психологического вреда вплоть до уничтожения объекта агрессии. В роли объектов могут выступать живые существа или предметы. Агрессия может возникнуть как реакция человека на фрустрацию, стресс, психологический или физический дискомфорт. Состояние агрессии сопровождается гневом, враждебностью или ненавистью. Агрессивное поведение может служить средством достижения какой-либо цели. Например, повышение собственного статуса за счет самоутверждения. Различают несколько типов агрессии: физическую, вербальную, прямую, непосредственно направленную против кого или чего-либо, косвенную, направленную на враждебное лицо окольным путем, инструментальную, являющуюся средством достижения какой-либо цели, альтруистическую, имеющую целью защитить других людей от чьих-то агрессивных действий, а также аутоагрессия, которая проявляется в самообвинении, самоуничижении и нанесении себе телесных повреждений вплоть до самоубийства.